Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Драконы Всадники Олуха. Так, ну что же, здесь мы забираем с тобой награды и двигаемся дальше. Сегодня мы должны пройти два события. Так, что нам тут? О, то, что нужно, друзья мои, то, что я искал. Блин, прикинь, тут вторая даже была. Так, ну что же, Беззубик, нам, наверное, надо тебя отправлять дальше. Отправлять дальше на поиски именно вот этих штук. Я не знаю, там, манускрипты или как их назвать. Скорее всего, да, какие-то манускрипты. Ну, что-то типа того, да? Так, путешествие бесплатно. Все, пускай летит. Нам их нужно еще очень много, так что времени хватает. Так, здесь мы отправляем. Здесь заберем. Вот так вот. И сразу же опять его отправляем. Этот у нас будет вечно безвылазно, как говорится, добывать железо. Так, ну здесь что нам выпадет? 4 руны. Ну, естественно, это проще дать 4 руны, чем яйцо на дракона. Так, барсик, что там принесет нам? Угу. Гарпун. Так, давай в драконы. Бесплатно. А, кривоклык, что у тебя? Ну, тут тусклый янтарь 100%. Даже не сомневался ни на грамм. Давай бесплатно. И грамм гильда нам принесет 12 рун. Ну, окей. Рыбий ног, опять же, бесплатно. Все, ребят, я, наверное, сразу же пойду на задание. Потому что тут, как ты видишь, 6 часов осталось. Там остался один день. Так, вперед и с песней. Так, 5 энергии нам как раз должно хватить, ребят, для полного прохождения. Так что сейчас мы... Ой-ой-ой-ой-ой, да вы серьезно, что ли? Одна волна, и вот так вот вы... Блин. Это серьезно, ребята. У них у всех массовые атаки, причем довольно мощные. Ай, как он звезданул, а? По кривоклыку. Ой, по барсику, ё-моё. Кривоклык. Так, минус один, это уже хорошо. Давай с второго попробуем сейчас. А чё у них такая инициатива офигенная? Они по два раза уже сходили, а я только по одному, да и то не всеми. Так, ну, чуть-чуть не добил. Ну что, а это сейчас масуху сделает, наверное. Хотя, подожди, мы сейчас, наверное, вот так вот хильнемся. Но все равно у этого пониженная броня. Сам видишь прекрасно, что он тут вытворяет, как он жарит. Сразу же почему-то ему дали две энергии. С какого-то перепуга. Ты заколебал, а? Фью. Так, нам повезло, ребята, здесь мы удачно прошли. Так, друзья, крутим колесо удачи, и нам достается плод мудрости. Угу. Прекрасно. Забираем с тобой блестящий янтарь, и у нас начинаются, короче, потихонечку мини-боссы. Раз, потом проходной, второй, и в конце уже босс. Но меня интересует пак вот этот, я хочу посмотреть, что же в нем такое лежит. И стоит ли вообще этот пак прохождение полностью этого события. Так, здесь у нас будет две волны. Так, здесь у нас два душителя. Причем они такие белесые. Типа морозные, как бы. И пока они кусают, они, ребята, энергию копят для того, чтобы сделать мне понижение брони. Они ведь понижают броню, насколько я помню. Или блокируют способности. Ха-ха, промахнулся, вот, но бас. За это получай по полной программе. И переходим плавненько на вторую. Так, слушай, блин. Ё-моё. Я даже не знаю, ну, наверное, с кревета надо начинать, хотя... Такое, скажу тебе, удовольствие. Но лучше все-таки бомбануть его, этот будет энергию пожрать, которой у нас нету. Хе. И сейчас они вдвоем здесь ходят. Так, морозник и кревет. Но потом... Блин. Интересно, мы сможем отыграться? Хорошо, здесь у нас все удачно, а этот будет опять пожирать. Пожирать энергию. Сейчас мы вот этого попробуем Ханорика добить. Если кривоклык выживет,
Слушай, хорошо, что не промахиваются. Давай добьем его. Слушай, он же сейчас энергию сожрет. Нафиг я энергию копил? Нет, не сожрал он энергию, ребята. Это значит, что мы сейчас еще и хильнуться успеем. Так. Хильнулись. А вот здесь, да, вот здесь он уже пожирает. Короче, ему нужно 3 энергии, ребята, чтобы сожрать у меня энергию. Все. Ну что, друзья, очередная рулетка. Здесь достанется нам древесина. 150 миллионов. Поздравления они мне тут дают. Так, ну что, я и говорил, ребята, вот будет проходящий поединок, а дальше уже мини-босс плюс босс. Кстати, я вот не смотрел, сколько у нас с тобой плюшек осталось. У нас с тобой 4 прилива сил. Угу. 4 прилива сил и плюс 7 фруктов. Ну, я думаю, что, в принципе, таким запасом можно. Можно, наверное, тут заколбасить. Меня всегда бесит, ребята, что у противника офигенная инициатива. Он всегда успевает сходить по 2 раза. Я 1 раз, а он по 2 раза. Ну, где справедливость-то, а? Ты заколебал Барсика-то обижать уже. Пацан, давай-ка, ну-ка, в сторону. Так, а здесь у нас кто? 2 морозника плюс... Давай так, наверное, сделаем. Хильнемся. Потому что Барсик уже, как говорится, пострадал. По Барсику главное промахнулся, а по этим двум прилетело. Все-таки дебафнул, а? Все-таки, ребята, он дебафнул нас. Так, блин, фигово. Пришлось сделать таким вот образом. Блин, сейчас, вот сейчас добьет, скорее всего, ребята, он Барсика мне. И что делать? Хиляться? Ну, давай хильнемся. Этому кранты, и останется у нас тройной удар. Главное, чтобы ему, ребята, не дать накопить достаточно энергии. Сколько там? 4 надо ему, да, чтобы сделать масуху. Угу, готов. Ну что же, очередная рулетка, и здесь нам опять древесина выпадает. Понятно. Закрываем. Забираем с тобой ареновский пак, который содержит элиток. Он будет открываться сразу же. Так, шторморез, кревет, шепот смерти, громобой, душитель и стальной проныра вместе с водорезом. И ищейка опять. Ну что же, мини-босс и плюс-босс, это будет событие у нас закрыто. Главное попробовать... Блин. Ну зачем жваку сюда взяли, а поставили? Блин, тут и так... Твою налево, они мощные. И причем они все... Ой, ё-моё. Причем они все красные, то есть... Дамагеры. Блин. Понятно, конечно, ты начинаешь тут... наяривать. Так, если мы этого уничтожим, блин, это сейчас будет... Он еще и усилился. Ладно, мы одного с тобой сейчас шваркнем. Вот этого. Громобой, наверное, добьет мне Барсика, скорее всего. Слушай, ну вот это вот, конечно, уже перебор. Я Барсика, ребят, залечу, наверное. И все-таки буду пытаться уничтожить Кревета, потому что он по атаке будет, наверное, страшнее, чем Громобой. Хотя Громобой тоже не сахар. Так, залечим раны. Хоть сколько-нибудь. Ну, вторая атака что? Опять у него простой холостой выстрел будет. Не массовый, естественно, не массовый. Но он, блин, и так нормально отнимает. Чего ж тут, как говорится, греха таить. И боссы. Так, 2 костолома плюс... Этого трогать пока не буду, ребята. Он танк. Мы его замучимся пробивать. А вот то, что костолома у нас даггеры, это, конечно, не есть хорошо. Но, опять же, друзья мои, опять же, главное не давать им накопить энергию больше 3. Слушай, нет, здесь, наверное, у нас будет все великолепно. Правда, этот с 2 энергиями сейчас кусанет так кусанет.
Ну, наполовину почти, ребята, приходовал. И этот начинает бомбашить, да? Так, ладно, костолома надо убрать нам. И вот теперь заниматься этим парнем. Сейчас будет разбег. Сейчас, наверное, Барсика все-таки сдует. А нет. Он решил штормореза немножко помурыжить мне. Ну, слава богу, шторморез имеет достаточное количество хп. Он выдерживает атаку. И он все до него докопался, а? Ты посмотри. Но это последняя волна, так что, ребята, не переживаем. Рыба. Ну, это уже другой разговор. Хотя бы 150 миллионов. Это уже, ребят, приятненькая сумма. Ну что, остается последний поединок. Босс, надеюсь, одна волна. Хотелось бы, чтобы была одна волна. Две что-то как-то жестковато, мне кажется. Две волны, блин. Так, два престиголовых. Ну хорошо, хоть они эти, шустрики. Ребят, мы их должны тут быстренько разобрать. Так, кривоклык не сможет, к сожалению, добить. Тут еще уклонение сработало. Так, сейчас хильнемся. С помощью хила уничтожим одного из пристеголовых. И начнем вот с, продолжим с этого. Ха-ха! Слушай, это круто, что не промахиваются. Это, ребята, очень круто. Он тратит всю энергию, при этом не наносит нам урона. Соответственно, они не могут сделать здесь никаких следующих атак. Так, ну что, с громобоем надо... Друзья мои, как-то понижать ему броню. Так, он не стал делать атаку почему-то массовую. Давай вот так вот сделаем. Мне кажется, так будет оптимальненько для нас. Он будет ослеплен. Соответственно, будет промахиваться. Целых два хода. Так. Давай дальше бомбить его. Можно хильнуться, в принципе. Или можно... Да я, наверное, вот так вот сделаю. Все. Последняя волна, ё-моё. Тут, блин, три пристеголовых. Один из них босс. Давай, наверное, так сделаем. Я не стал, ребята, здесь специально пока отхиливаться. Вроде по хпшкам тянем. Единственное, что кто-то из них сейчас фаербол... А, нет. Не, нормально, нормально, ребят. Так, один пристеголовый уже, грубо говоря, потенциально труп. Сейчас мы это исправим. Плюс отхил, само собой. И... Фига он лупанул. И это сейчас... А, нет. Я думал, это сейчас сюда же будет бомбить, но нет. Он бомбит не сюда. Так, хиляемся опять же. Твою налево, этого не добили. Так, Барсик. Блин, понижение брони. Так, минус. Слушайте, ну, по-моему, да, ребята, здесь... Фига он такой... А что такой плотный-то? Ух. Слушай, плотничком идет прям вообще, ребята. Смотри, на пониженной броне мы у него отнимаем. Как будто у него вообще нету понижения никакого. Еле-еле разбираем. Вот, вот этого я боялся. Этого я боялся, и это он сделал. Массовую атаку, все-таки накопил он себе энергию. Ну-ка, пробьем? Нет, не пробьем. Но в любом случае сейчас ему крышка, он убьет, наверное. Я думал, Барсик будет бомбить. Все, ребята, событие одно пройдено. Последнее колесо. Выпадает нам рыба. И мы с тобой забираем. Забираем, говорю, загадочный пак. Ой, зимний, да, там? Новые призы на почту. Дай-ка я гляну. Что же, ребята, здесь зимний? Руны, спасибо большое. Так, железо. Опа, Мираж, друзья мои, эксклюзив. Это новый дракон. Новинка, по-моему, у меня такого не было. Есть. Так, ну разместить я его пока не могу никуда. Ну что же, приятно получать, ребята, новых драконов. Потому что коллекция наша пополняется. Зимний, да? Так, награду мы заработали. Это у нас льдыба. Льдыбу можно поставить сюда. Если бы эти льдыбы или что-то там подобное давало бы какие-нибудь нам бонусы, да, было бы намного приятнее. Так, ребят, ну что, я иду тогда дальше. У нас еще одно. Это поиск припасов. Раз, два, три, четыре, пять. Видишь, из-за того, что здесь 4 энергии, друзья мои, мы с тобой, вот если бы здесь было бы 5, мы бы с тобой прошли бы сразу. Но почему они здесь сделали 4 энергии? Я никак не вдупляю этого. С какого перепуга-то 4?
Почему урезали? В чем смысл? Было по 5? Нет, вот надо было вот обязательно понизить. Слушайте, ребята, а тут, кстати, 3 волны, между прочим. Вот не врублюсь, в чем выгода-то? В чем профит вот этой вот фигни давать на одну энергию меньше, чтобы я, блин, получается, лишний день тратил, либо же тратил свои руны для того, чтобы, блин, ну, отыграть, грубо говоря. Короче, бред. Просто, ребята, бред. Так, первый... Ой. Скалотряс, да плюс еще водорез. Такая себе команда. Кстати, вот здесь я зря, наверное, использовал хил. Он, честно говоря, не нужен был вообще, потому что у нас было немножко тут отнято жизнью у штормореза. И, грубо говоря, я просто сфейлил. Здесь можно еще, потому что здесь у двоих чуть-чуть здоровья не хватает. Но он, да, он сейчас будет блокировать. Он блокирует кривоклыка. Так, хорош. И добивка, наверное. Ну что, последняя волна. Ё-моё, ветрокрыл. Ветрокрыл. Ну, если я сделаю вот так... Конечно, лучше бы было бы накопить фулл энергию и сделать слепоту на ветрокрыло. Сам понимаешь, зачем это нужно было бы. Ага, все. Все, ребята. Он у нас на крючке, но у него 20 левел, плюс вот это страж. Само собой, будет разбираться еле-еле. Но главное, что будет. Так, ну почти половину хп отняли. Он сейчас, правда, хильнется. Хиляется на 84. Ой, друзья, а нам нельзя сейчас, знаешь, что делать? Блин, а у нас с ним получится. Он же сделает, блин. Придется тратить. Я знаю, что он сделает, ребята, массовую атаку. Именно на заморозку. А если бы не было бы слепоты, он бы обязательно бы сделал. Вот серьезно тебе говорю. Ну все, разносим его в хлам. Шикарно. Опа-на, необычный пак. Окей, согласен. Плюс еще, ребят, 50 рун. Сверху мы забираем. Слушай, итого у нас 4375 получается, да? Опа, а тут, ребята, сотка. Это будет 4475, и нам всего лишь 30 рун не хватает для того, что, может быть, где-то там в каком-нибудь паке. Кстати, тут 2 волны всего. Шикарно, это мне дали прослабление, так скажем. И либо на второй волне будет какая-нибудь жесть из драконов, состоящих фиг знает из кого и из чего. Но этого мы вырубаем. Так. Ну да, есть здесь поганец один. Вот этот вот громоль, который, наверное, меня будет бесить именно своими, блин, фаерболами. А он будет их выпускать. Тут ничего не сделаешь с этим. Так, начали. Смотри! Он успел... Офигеть, он успел за вот... За одну, ребята, ходку... За одну ходку он успел... накопить на фаербол. Жук навозный. Так, надо его разносить нафиг, чертовой бабушке. Давай, трать энергию. Ай, сейчас опять фаербол полетит. Он таким образом нас будет доставать. Блин, и уничтожить не уничтожили, а? И опять фаербол полетит, конечно же. Нет? Тогда до свидания, парень. Раз фаербол не стал применять, тогда до свидания. Так, ну что, разбег будешь делать, парень? Конечно, будет. Куда он, ребята, без разбега, а? Это ж костолом. Любитель перемалывать кости. Так, а тут нам выпадает рыба. Итого у нас 680 миллионов рыбы. Отлично. Так, мини-босс. Мини-босс. Сколько энергии там? 2. Сколько волн? 3. Так, ну тут ясен перец, начинаю с дыма дышащего. Всегда, ребят, надо начинать уничтожать драконов по их силе. То есть, если я знаю, что дыма дышащий для меня здесь враг номер один, да? Если я этого еще как-то могу, громорога, перетерпеть, то, соответственно, уничтожаем самого вредного.
либо самого вредного, либо самого мощного, либо самого того, у кого очень мощная массовая атака. Вот в такой последовательности надо их бомбить. Так, ну что он там? Ага. Кусаем и добиваем. На второй волне, твою налево, два престиголовых и плюс водорез. И почему-то они все фиолки. То есть все хитрецы, как и мы. А хитрость на хитрость, ребята, ну, будет равнозначной, короче, обменная атака у нас. Так, мы хотя бы одного-то вырубить можем. Так, замечательно. Ну, тут понижение брони. Блин, фонарец паршивый, я. Ребят, не забывайте, что это только вторая волна. Надо как-то нам... Как-то выстоять надо. Опять сюда будешь бомбить, да? Так, он промахнулся, и он на кривоклыка вылупнулся. Ну, и третья волна. Два водореза плюс громыль. Хил дадут мне, нет? Мне надо хильнуться. Только не вылетай, пожалуйста. Да, друзья мои, по закону подлости вылетела игра. Я не знаю, продолжится ли у нас событие. Или нам придется... Да, я хочу. Я хочу продолжить. Блин, а энергия-то как? Энергия тратится или нет за это? А, мы еще и на последнего. Ну, шикарно. Поехали. Давно, кстати, ребята, в этой игре не было вылетов. Сегодня в первый раз за долгое время. Лучше бы, конечно, их вообще бы не было бы, но... Так, два водореза, ё-моё. Неужели Барсик... Ать! Твою-то душу, а? Барсика, ребят, запинали они все-таки. Так, ну что, следующий будет у меня на отхил, получается, тогда, да? Если он сейчас не заблокирует, конечно же. Слушай, ребята, а что-то я не вижу. А где у меня? Ты серьезно сейчас? А где мои эти-то? Я не вижу... Блин, ну, ты понимаешь, о чем я говорю, да? Зашибись! У меня... Не... Куда пропали, блин, мои эти... Хилки и тому подобное, эй! Здорово, блин. Загрузил, называется, игру. На последней волне еще и сфылиться не хватало. Блин, ну это трэш. Ребят. Кого тут надо? Вот, я не знаю. Ну давай вот водореза, наверное, попробуем. Нету, смотри, нету хилов. То есть не хинуться, ничего не могу. Замечательно просто сделали. Так, слушай, а мы, наверное... Ох, как хорошо, блин. Это с одной стороны хорошо, он же сейчас, ребят, блокирнет меня. Вот, вот сейчас он точно меня заблокирует, потому что у него фулл энергия, ребята, и он... Блин, и я не смогу ничего сделать. Я не смогу, ребят, слепоту на него повесить. А раз я не смогу на него... И у него опять три энергии. Зашибись! Все, все, нам хана. Ребята, если бы, блин, у меня бы здесь все было бы, мы бы их разнесли. У меня нету, видишь, ни хилов, ничего. Я называю это... Специально все было сделано, друзья мои. Просто спецом. Мне не дали возможности ни хильнуться, ни хрена, блин. Вот, вот этого вот не было у меня, понимаешь? Я ничего не мог сделать, блин. Она загрузилась без вот этого всего. Офигенно, блин. А так бы, конечно, я бы хильнулся бы хотя бы хоть кого-нибудь. И Барсика бы не потеряли бы. Но они, видишь, специально так сделали. Гады, ушлепки, блин. Минус одна энергия, это... Давай, Барсика, вылечим. Это там минус одна энергия. А нам еще нужно раз, два, там, по-моему, три поединка как минимум надо сделать.
Но если у нас время будет, ребята, естественно, мы сегодня не будем допроходить уже, наверное, я думаю, в следующей серии. Потому что, ну, тратить руны — такое себе удовольствие. Да и удовольствием это мало можно назвать. Так, давай вот этого хлопнем. Слушай, я, наверное, ничего пока делать не буду, просто укушу. Перетерплю их неудары. Лишь бы вот этот гад не блокировал моего хила. Теперь делаем так. Сюда, и вот теперь уже хиляемся. Но этот шмонька сейчас будет, наверное. Или этот массовый сейчас влепит. Ты заколебал, вот серьезно тебе говорю. Ты просто заколебал уже, а. Ну, в Барсика, конечно же, друзья мои. Конечно же, в Барсика. Нет. Я думал, Барсик решил, потому что у него здесь, видишь, и пониженная броня. Я думал, сейчас его будет добивать. Но вроде бы обошлось. Так. Два водореза, ну и плюс Громль. Это уже старая команда Гуфи. Очень быстро накапливают они энергию. Здоровски. Хиляемся, естественно, хиляемся, ребята. Так, этого уничтожаем. Что дальше? Дальше же, дальше. По идее, мне надо хильнуться вот здесь вот. Хильнуться здесь. Сделать так, и Кривоклык, по идее, его должен, надеюсь, добить. Этот будет бить сюда, скорее всего, в Барсика. Слушай, не знаю, почему они вот так вот делают. По идее, он бы мог бы сейчас просто ушатать мне Барсика. Потому что понижена броня, плюс у него довольно мощная атака. А так все, так ему, ребят, кранты. Вот и все. Так, выпадает нам древесина. Ну что ж, древесину забрали. И забираем с тобой содержит новичков. Шторморез, чудовище, шепот смерти. Все. Закрывай, друзья. И сколько у нас там еще будет это событие длиться? Так, давай здесь закроем. Так, 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 так. И крылатый ужас. Латый ужас. Ну, здесь понятное дело, получаем с тобой наградушку. Рыба фул, да, получается. Так, ну если рыба фул, значит, что нам надо? Значит, нам надо с тобой отправлять всех этих ребят, соответственно, на поиски. Это удивляться нечему, потому что он сопротивляется переходить в титаны. Так, ну что, а этот еще не пришел у нас? Хм. Слушай, ну он долго, получается, собирает у нас рыбу. Я про весночес говорю, ребят. Долго он как-то собирает. Много, но долго. Много, но долго. Так. Подожди секундочку, что-то я... Ага, левел ап. Давай, наверное, буду качать его. По возможности, друзья мои, буду прокачивать. Ну, здесь, скорее всего, либо это яйцо, либо тусклый янтарь. Железо... вряд ли мне дадут. Так, яйцо. Это водорез, по-моему, да? Или это скользкопев? Я не помню, хоть убей. А, это размягчитель, блин. Так, ну что, давай его опять в приключение, друзья мои. За 10 железа, пускай летит.
Сейчас попробую набрать рыбу, если тут где-то еще осталась у нас рыба. Грязи-плюх, грязи-плюх. Дракон везде грязи найдет, да? А особенно грязи-плюх. Так, пускай идет, тренируется. Нет, мне вряд ли здесь, ребята, получится собрать еще рыбы на... Что это за здание такое? А, ну это святилище Валки, это где они прокачиваются, типа, да? Где они, типа, прокачиваются? Так, здесь у нас все взято, Беззубик у нас отправлен, здесь... Да заберу награду эту. Так, здесь загадочный пак у нас, может быть... Мне нужна рыба, да? Да, ее нужно дофигища. А, у нас же рыба 80 миллионов еще, по-моему, в этом лежит. На складе, ну... Там мало ее. 80 лямов. Так, 80 лямов. Йохана мы навещали. Че там обмен? Нет, обмен мне не нужен. Но вот рыбу, которую я получил, я ее сбагрил. Хотя у Весночоса можно забрать, наверное. Авансом, так сказать, забрали. У него 190 миллионов рыбы. Да и на самом деле, знаешь, как надо было сделать? Надо было мне Весночоса вернуть. Все равно на работу ухожу, долго его здесь не будет. Значит, я его верну. И отправлю дальше. Так, а мы хотели прокачать его, да? Ну вот, вот, друзья мои. Еще 187 железа он будет добывать со следующего уровня. Ну это очень... Это очень даже неплохо. Так, еще подарочек сейчас получим. Ну-ка, что там у нас? Ай, тут у нас зубочистки. Ой, почему зубочистки, я не понимаю, ребята. Если это какие-то окорока куриные. По крайней мере, выглядят они так. Так, я хотел посмотреть, сколько у нас событий будет это длиться. Завтра я успею. Один день, ну, считай, двое суток, ребят. Двое суток я успею допройти. Хотя там награды, честно говоря, там блестящий янтарь. Такой, ну, ради принципа, если только. Да и то, если оно будет того стоить. Если меня там будут разносить и... или понадобятся большие траты, я, наверное, ребята, отступлю. Ну что же, а на сегодня, пожалуй, и все, друзья мои. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков. Удачи вам.